Киш, я боюсь. Не бойся. Браво. Мамуль, здравствуй. А мы к тебе. Здравствуйте, Лидия Николаевна. Это вам. А в гостиной торт. Я сказал Дарье, чтобы она готовила чай. Терпеть не могу ромашки. Это Вика выбирала. Знаете, я хотела купить розу. Одну на такой длинной ножке. Но... Позволь узнать, почему ты не в институте. Вика. Лидия Николаевна, пройдем в гостиную, и за праздничным столом мы тебе все расскажем. Кто это мы? Мы. Мы? Это мы? Девица, я с вами пока не разговариваю. Напрасно. А мы уже подали заявление. И скоро ты станешь бабушкой. Рада? Позволь узнать, чему я должна радоваться. Девочки из Житомира? Мам, ну не начинай. Не все же могут родиться в столице. Правда? Правда, не все. Пойди узнай, Дарья на стол накрыла. А мы пока с твоей невестой, Жанной. Поболтаем пару минут, да? Хорошо. Да. Иду. Извините, Вика, я боюсь. Все будет нормально. У меня гениальная мама. Люблю. Давай. Милая моя, если ты думаешь, что ты своими хитрыми провинциальными мозгами обыграла меня, то ты очень ошибаешься. Еще полгода назад, когда Вика под предлогом подготовки к экзаменам начала оставаться ночевать в общежитии, еще тогда я просила тебя расстаться с моим сыном. Ведь просила. Но... Пошла ва-банк, да? Решил забеременеть. Чтобы мой мальчик от тебя никуда не делся. Да. Угу. Победоносно войти в мою семью. Ошиблась. Мне глубоко плевать на твое положение. Итак, если ты не исчезнешь из нашей жизни, я подниму все свои связи и тебя выдворят из столицы в 24 часа. Угу. Конечно, найдутся свидетели, которые подтвердят, что ты грязная малолетняя проститутка, совратила моего сына, будучи беременной, да? Да. И вот в славный город Житомир помчится официальное письмо по месту работы твоей маменьки, уборщицы, и папеньки ассенизатора, где будет изложена эта паршивая история об их дочери. Но сначала я навещу ректора Института международных отношений, в который ты попала неизвестно как. Я поступила туда честно. Со всеми пятерками. Это вы устроили Кешу по блату. Кеша. Итак, я сначала навещу ректора. Расскажу ему о всех твоих достоинствах, в кавычках. Он, конечно, будет неприятно удивлен. И тебя с треском падшую комсомолку отчислят. Лидия Николаевна, это же неправда. Я люблю Вику, а он любит меня. И потом, я на 4-м месяце. Ты сама во всем виновата. Я ни в чем не виновата. Кто сознает свою невиновность, тот неохотно унижается до оправданий. Это не я, Жорсант. Почитай на досуге. А сейчас, девица, я попрошу вас немедленно покинуть мой дом. Немедленно. До свидания. Я взяла академию отпуск, но осталась в Москве. Работала дворничихой. Домой в Житомир возвращаться боялась, отец бы меня убил. Потом родила близнецов, мальчиков. А когда за мной приехала мама, она сразу сказала, что меня
С двумя детьми они с отцом не прокормят. На зарплату 150 рублей на всех. Паша, в доме выпить есть что-нибудь? На втором этаже. Кабинет направо. Бар в виде земного шара. Мобильники сдали? Мой в коридоре в сумке. Ключи от входной двери. Они там же остались, в двери. Что ты натворила? Что натворил, то натворил. Потому что не надо было слушаться своей великой матери и бросать меня. Но я же приехал. Почему ты тогда ничего не сказала, Жан? Испугалась. Спасибо вам большое, что довезли. Да. Приехали. Ну что, будем искать твою невесту? Идем? Пойдем. Я пойду в ночную цех мыть. Отец придет в 8. Поджаришь картошечки, капусточку в погребе возьмешь, а чекушечку я купила. Юрке манку сваришь, только маслица не забудь додать. Хорошо. И череду не ленись заварить. Покупай ребенка, чтоб диатеза опять не было, потому что, как всегда, знаю я тебя. Так и Юрку в 9 уложишь, чтоб папка не пошел к соседу, потому что знаю я их, 3 дня потом попойку мне устроит. У папки ж завтра аванс. Так, надо к бухгалтерше Райке первой завтра прийти, а то ни аванса не будет, ни папки, ни бухгалтерше Райки. Знаю я их. Райка, конечно, молодец. Дочки страшили. Такого жениха нашла. Токарь первого разряда. Не то, что некоторые. Свадьба в субботу, так Райка целую столовку сняла. Вот гулянка будет. Я одену свое розовое кремпленовое платье. Юрка ж на него стрыгнула. А ты его вообще стирала? Вот в чем матери идти на свадьбу? Вот пахай, пахай на всю жизнь, а отдыхать фиг тебе, Нина, фиг. Дорогой, так боялась, что ты не приедешь. Хорош. Жанка, успокой Юрку. Я не люблю тебя. Куда ты делась? Жанка, ты где? Ты куда делась? Здрасте, Ольга Николаевна. Жанка, ты что, охлохла? Юрка заходится совсем. Пойдем. Конечно, пойдем. Вика. Викиш, пойдем к Юрочке. Жанка, ну ты что, совсем охлопла? Мама, извини, там Викиша приехала, Лидка с ним. Что, кто? Вон, где? Хорошо, сейчас папочка увидит. Конечно, папа. Юрка, значит, мальчик. Ну, что стоишь? Викиш, Викиш, иди сюда. Иди. Что значит сюда? Какой Викиш? Иди и реши. Это все стоит того, чтобы меня 9 месяцев гнобить, Гитлером называть, хамить. Резать тебе вены, наконец. Викиш! Иди. Викиш! Глава семейства. Мое солнышко. А ну, отдай сюда, пацана. Да, отдай. Я Викиша покажу. Лид Николаевна, иди, может, пап. Они нас увезут? Добрый день, Нина Васильевна. Что ты сказала? Я тебя увезу. Не знаю, добрый ли, смотря с какими новостями пожаловали гости столичные. Обрюхатил мою Жаночку и бросил. Элитка, мамашка твоя, но поддержала тебя. Но вам не стоит ерепениться и показывать характер. У нас обратный поезд через 3 часа. И в ваших интересах поскорее собрать вещи дочери и малыша, либо мы возвращаемся домой вдвоем с сыном. Смотри, какая командирша, благодетельница. В ариях своих будешь выступать.
Чика-чика-сан, недорезанная! Нам нечего здесь делать, Вика. Ну и проваливайте. Мам, пожалуйста. Нам здесь нечего делать. Ты с ума сошла? Что такое? Отдай! Подержи, я быстро. Это мне? Туран, стой! Чего ты плачешь? Не надо плакать. Юр, ну вот. Дай-ка я помогу. Тихо-тихо-тихо. Ну что ты? Привет. Юр. Мой Аболтус, привет. Я вздохнуть боялась от счастья, что вы нас с Юрочкой забираете. А если бы я все рассказал? Ты уверен, что твоя мать не послала бы меня куда подальше? Я тут прошелся по квартире. Мазни тут и правда на пару лямов. Крутая избушка. Значит, был шанс, что ты меня выберешь. Не фарт? С золотой ложкой в Брателло родился. Доброе утро. Ну, как спалось? На новом месте? Приснился жених невесте? Не поняла. Это русское поверье. Когда девушка засыпает на новом месте, она говорит, на новом месте приснись жених невесте. Мне ничто и никто не приснился. Я всю ночь не спала. Глаз не сомкнула. Угу. Чего так? Неудобная гостевая кровать? Кровать прекрасна. Только с таким же успехом я могла бы поспать в своей кровати. Ты думала, что сразу окажешься у меня в постели? Да. Да, признаюсь, это могло случиться. Но что было бы сегодня? Подумай об этом, девочка. Тебе доставляет удовольствие играть с женскими чувствами. Я все поняла. Нет. Мне доставляет удовольствие получать удовольствие от тех, кого я люблю. От тех, кого я люблю. А ты мне просто нравишься. Не более. Я больше не приду. Thank you.
Машуль, может, все-таки вместе Москву, а потом этот долбанный остров? Как долетишь, сразу позвони. Скажешь, когда эфир, я в интернете загуглю, буду любоваться. Ты мне зубы не заговаривай, ладно? Я хочу знать о каждом твоем шаге, поняла? Если чуть что, сразу к тебе прилечу. Здравствуйте, вы в аэропорт? Да. Какие мы с тобой все-таки шикарные стали. Кто бы мог подумать? Две нищие детдомовские девчонки запросто разъезжают по миру. Правда, ты за свой счет, а я за Борькин. Иждивенко воплоти. Может, все-таки вместе полетите, а? Ты же знаешь ответ. Машка, ну так нечестно. Борька же ради тебя готов на все. Но ты обязана ему сказать. Он имеет право знать. Он все 7 лет тебя поддерживал, а не послал нафиг с твоей этой идеей фикс. Или я сама ему позвоню. Провожу тебя и поеду к Шумакову. Обещаю. Когда это безумие закончится? Когда я найду Катюшу. И его. Знаешь, в этом всем безумии мне больше всех жаль Иришку. Ладно, Машка-мышка. Полетела я трясти толстосумов и умничать на ток-шоу. Давай, давай. Боре звони. Аглай, стой! Денис, не устраивайся. Это ты устраиваешь цирк, заставляя меня бегать, как гончую по всему лесу. А тебе полезно, учитывая твоя нынешняя ситуация. Молодые, ты знаешь, они любят поджары. Да, одни молодые, им что, все равно? Не знаю, спроси у нее молодых. Как хорошо, что обошлось без цитат и афоризмов. Я не унижусь пред тобою. Ни твой привет, ни твой укор не властны над моей душою. Знай, мы чужие с этих пор. Отлично! Михаил Юрьевич на пробежке еще никто не читал. Лермонтова. Доброе утро. Привет. Утренний кофе с кардамоном, кстати. Приглашаю. Спасибо. Я добавила туда мензурку, коньячку. Предлагаешь прямо с утра? А врачи не предлагают, настоятельно рекомендуют. Ты меня ждала? У вас что-то с Иваном позавчера случилось, да? Только не спрашивай, с чего я взяла. Не хочешь, просто не говори. У Денисова есть сын. Что? Когда я встречала его в аэропорту, увидела. И сколько ему? А сколько? 7? 6,5? Давнишняя история. Его мать работала у меня в редакции. Подожди, подожди. Не может быть. Слушай, ко мне Ксюша приходила, мы с ней тогда познакомились. Она сначала наврала, что ты приглашаешь меня в свою передачу,
Ну, представляешь, мое, мягко говоря, удивление. Ну, конечно же, я отказалась. И тогда она призналась, что пришла потому, что ее знакомая, моя пациентка, утверждает, что беременна от ее отца. Только не говори мне, что Настенька Маслова у тебя рожала, хотя это уже не имеет никакого значения. А ты-то что? Если ты ждешь рассказ о мордобое, то напрасно, его не было. Я дождалась, пока Денисов посадит своих любимых в такси, и только потом подошла к нему. Я представляю его радость. Не представляешь. Я его мямлящего отвезла в квартиру. Думала оставить там, но тут позвонила Ксюша, напомнила мне о праздничном ужине, который я сама придумала. Остальное ты видела? Да, и не только я. Все поняли, что вчерашняя деловая встреча всего лишь отмазка. Что же ты делать будешь? Правильно было бы развестись. Ну, кто я тогда? Для семьи? Для собственного сына, для собственной внучки? Просто Аглаша, чужая тетенька. Тогда все расскажем Глебу. Перестань, мы никогда ничего не расскажем Глебу. А лучше мы сейчас с тобой проберемся на кухоньку и накатим коньячку. Чистенького. Что скажете, доктор? Я скажу, что у твоего сына потрясающая мать. А у твоего нереальная. Я пошла? А ты догоняй. Это в целях конспирации. Ты только все не выпей там. А ты не засиживайся. Доброе утро. Ого. А народ тоже прибывает. Джанни, это папа? Юрочка, нет. Этот дядя просто похож на папу. Прекрати. Это же Юра. Бери Юру и идите наверх. Иди, мой хороший. Помойте руки после кладбища. Идите, Юрочка. Накрывать на стол будем позже. Иди, Юрочка. После завтрака почитаем книжки. Хорошо. Это что? Ну, ты что, ослепла, картинки? Пару подарков решил себе взять. На память о папаше, о мамаше. Ты не против? Я не знаю, как бы я себя повела на твоем месте. Вот только ты не на моем месте. Вон я собак порылась. Я сейчас не об этом. Здесь сын Юры. Он совсем ребенок, очень впечатлительный. Мне бы не хотелось, чтобы ты вел себя, ну, неподобающим образом. А вот это что, он на месяц наезжает? Нет. Так на нет, сюда нет.
Ой. Ладно, мамаш, ну ты расслабься, расслабься. Я сейчас уйду. Только мне нужно все это запаковать и... И да, папаш, бумажку. Напиши, что ты мне все это подарил. Конечно. Только сегодня-завтра выходные. А в понедельник с утра мы все это сможем оформить. У нас свой адвокат. То есть что, проводим уикенд вместе? Если хочешь, можешь уйти сейчас, а вернуться в понедельник. Он останется здесь. И останется столько, сколько захочет. Пойдем. Покажу тебе твою комнату. Пойдем. Маман. Как тебя зовут? Коля. Вася. Петя. Тебе какая разница? А эта помада под этот макияж не подходит. А это? А это тем более. А чем же мне накрасить губы? Ну, дюймовочка, мне кажется, вообще еще рановато краситься. Ты не хочешь, чтобы я была красивой? Ты и так у нас самая прекрасная девочка на свете. Прекрасно? Это не значит красивая. А ну-ка, парируй. Нет, ну подожди, почему же? Нет, знаете, сдаюсь, бессилен. Вот так вот, одной левой на лопатке. Представляешь, что будет дальше? Дальше я вырасту и вместо Аглаши буду вести ее шоу. Где мой микрофон? Здравствуйте, дорогие мои телезрительницы. С вами я, самая прекрасная и красивая. Ты только Аглаше не рассказывай про свои планы. Да. Хорошо. Ладно, я поехал в город. А с какой-то радости? Эфир послезавтра, 2 дня мы работаем родителями. Мам, не смеши меня. Потому что у нас есть одно очень важное дело. Встреча с продюсером Самвелла. Да? А я? А ты сейчас пойдешь к бабушке? Ага. И покажешь ей, какая ты красивая. Самая красивая на свете. Вот видишь, губы накрасила и стала красивой. А ты говоришь, рано. Да, с тобой не поспоришь. Вот и не спорь. Бабуля, посмотри, какая что? Я красивая. У наших действительно что-то произошло. Я на кухню захожу, а там Аглая с мамой по коньячку выступают. И? Мама не колется. Говорит, если Аглая захочет, сама расскажет. Вот это дела. Угу. Вчера целый день не выходила из комнаты, сегодня подружилась с коньяком, а завтра у нее субботина. Ну, устроишь допрос? Денисову. Mm? Попробую. Ты только не пытай. Я разогревать машину. Разогревай. Номер 412. Да, был спецзаказ. 2 билета в веб-зону. Платеж подтвержден? Благодарю. Ну что ж, Милен, надеюсь, тебе понравится. Милен, какое твое самое большое желание? Хочу увидеть оперу Нотр-Дам-де-Пари. Давай, иди к себе, а я пойду тоже переоденусь. Катя! Катя, папа зовет. Катя! Катюш! Па?
А что ты тут делаешь? Здравствуйте, сеньор Фуэго. Я приготовлю... Мирабе, мы, кажется, договаривались, что я приеду в поселок после обеда. Извините, что мы вас не дождались. Ката затребовала ее привезти. Вы можете быть свободны, это бонус. Слушайте, я пока что... До завтра, Мирабель. Вы слышите, что я вам говорю? Угу. Беги скорее в детскую. Угу. Стоять! Может, ты поздороваешься с отцом для начала? Или ты стала такой взрослой и самостоятельной, что можешь совершать глупости, не советуясь? Здравствуй, па. Прости, но я так соскучилась, что забыла с тобой поздороваться. Хватит притворяться. Я не притворяюсь, я честно соскучилась. Да что ты говоришь? Ты вчера не знала, как из дома сбежать. Зачем ты обманула Филомену и счет моего имени? Пап, ты о чем? Антон! Филомена вчера пришла! Поздно вечером, нарядная и счастливая! И сказала, что я позвал ее на день рождения! Она принесла с собой бутылку вина! Хватит рыдать! И бумбокс для танцев! Ну разве это плохо? Это было бы неплохо, если бы я действительно ее пригласил. А так мы оказались в глупом положении. И она, и я. И виновата во всем ты! Пап, я не виновата. Скажи, когда ты придешь ко мне. Я буду готовить свое сердце для того, чтобы тебя встретить. Я хотела, чтобы твое сердце было готово. Что ты еще выдумала? Это не я, а Антуан де Сент-Экзюпери. Я целую ночь читала «Маленького принца» и поняла, что он — это я. Потому что я всем хочу добра. Особенно тебе, всем сердцем. Да. Алло, Борь, привет. Я приехала к Шумакову, надеялась тебя застать. Ты в зале? Да, я в зале. Только начал тренировку старшей группы. Долго будешь? Часа три. Маш, а что? Тогда я сейчас подъеду. Мне нужно с тобой поговорить. Это срочно. Подъедешь в зал? Что за срочность? Ты же знаешь, сейчас подготовка к чемпионату, я не могу отвлекаться. А Иришка с тобой? Нет, в саду. А почему не с тобой? Я Аллу провожала. Существенная причина. Буду через минут 40. Мне не нужно никуда подъезжать, давай я сам подъеду. Попрошу ассистента меня подвинить, и потом на машине будет быстрее. Алло, ты слышишь меня? Будь там. Судя по выражению лица, звонила Ава Мария. Я взяла на себя смелость предложить тебе пирожные, но могу сделать бутерброд. Кофе остывает. Я так понимаю, наш сегодняшний полежанчик накрывается медным тазом. Прости, но ей нужно срочно со мной поговорить. Срочно поговорить. Это, по-моему, лет пять уже продолжается, да? Одно ее слово, и ты мчишься, сломя голову. Инга, перестань. Да, хроническая перестань. Она моя жена. Понимаю. А я любовница. Только любовницы, они тоже человеки, Зарубин. У них тоже есть сердечная мышца. Ты не любовница. Ты очень близкий мне человек. У нас нет недомолвок, нет секретов, нет психозов. Только с тобой я чувствую себя нормально. Я чувствую, что я нужен.
и продолжаешь жить с ней. Потому что любишь. А я? Приятная Анастасия? Точно. Приятная Анастасия. Мне от тебя ничего не нужно, Зарубин. Просто понимаешь, я сама от себя не ожидаю. Вот устала за эти 5 лет. Моя жизнь как американские горки. Плохо там, взлет здесь. Сумасшедший взлет. И когда там все нормализуется, я снова зависаю в нижней точке. Ладно. Беги, Лола, беги. И за цветы спасибо. Я надеюсь, ты нам разные букеты покупаешь? Я покупаю цветы только тебе. Угу. В луковицах. Так, я помчал, потом в зал, потом снова к тебе. Себе хоть не ври. Я не вру, а целую тебя. Мчи. Привет. Ты осунулся. Пил. Прости меня. За что? Ты ведь не знал об этом письме, правда? Думай, что хочешь, но она моя мать. Я буду любить ее всегда. Любить всегда. А мне что делать? Не знаю. Я устал. Боря, мне нужно уехать. Собраться с мыслями, отдохнуть, для этого уезжать не нужно. Если тебе мешает Иришка, я заберу ее сюда. Пожалуйста, перестань, не говори так, не делай из меня какого-то монстра. Иришка не может мне мешать. Я ее мать, я ведь делаю все, что положено. В чем ты можешь меня обвинить? Я тебя ни в чем не обвиняю. Ты сама знаешь, о чем я говорю. Послушай, мне сейчас надо полететь в одно место, и мне кажется, я точно найду Катю. Но если мои догадки окажутся бредом, я обещаю, тема Катюши будет закрыта раз и навсегда. Я обещаю. Очередная ложь. Я тоже устала. Хорошо, тогда мы летим вместе. Все вместе. Нет. Когда и куда ты полетишь? Прости, я не могу тебе сказать. Не доверяешь? Да? Маш, ты понимаешь, что все, что происходит вокруг нас, это замкнутый круг, который вытягивает из меня энергию, вернее, ее остатки. Доверие, Маша, это необходимость. Я доверяю тебе больше, чем я люблю тебя. Потому что можно не доверять человеку, которого любишь, но невозможно не любить человека, которому доверяешь. Боря, ты становишься унылым философом. А кем еще можно с тобой стать, чтобы не сойти с ума? Ты живешь в своем маленьком мирке, а на остальной мир тебе наплевать. Другой мир тебе вообще не интересен. Когда мы с тобой в последний раз занимались любовью? Ты можешь вспомнить? Хорошо, плевать на это. Когда мы с тобой просто тет-а-тет разговаривали спокойно? Твое вечное молчание, оно угнетает. Но если ты и говоришь о чем-то, то только и слышно. Катя, 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 Катя. Да тебе плевать на меня. Но, Ира, сколько времени ты проводишь с дочерью? Можешь мне сказать? Только вечер, когда укладываешь ее спать. Зачем ты отдала ее в детский сад, когда целыми сутками сидишь дома и ничего не делаешь? Зачем тебе няня, когда в саду выходные? Иришка очень сообразительная и очень впечатлительная девочка. Думаешь, она не чувствует твоего отношения к ней? Да когда мы уезжаем, счастливее ребенка не найти. Разве это нормально, Маша? Прости меня. Прости. Куда ты летишь? Маш!
Машка, ну что ж ты со мной делаешь? Я живой человек. Хорошо. Давай сейчас поедем в сад, я заберу Иришку. Хорошо. А вечером после работы мы с тобой все обсудим. Хорошо. Я пришел мириться. Дети должны быть очень снисходительны ко взрослым. Люди забыли эту истину, сказал лис. Но ты не забывай. Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. Да, ты права. Я в ответе за нее. Она такая слабая, такая простодушная. И у нее есть всего 4 жалких шипа. Ей больше нечем защищаться от мира. Пап, ну я правда не хотела ничего плохого. Я очень хочу тебя видеть каждый день счастливым. Чтобы у нас была большая семья, чтобы у тебя была жена. А здесь, кроме Филомена, я еще никого подходящего не видела. Все какие-то несимпатичные. Иди сюда. Оп. Быть подходящей не значит быть любимой. Ты очень любишь мою маму. Очень. Если любишь один цветок, единственный, то его больше нет ни на одной из многих миллионов звезд. И этого довольно. Смотришь на небо и чувствуешь себя счастливым. И знаешь, где-то там живет мой цветочек. Ладно, поиски невесты отложим. Пока. Правда, перед Филоменой неудобно. Ей в глаза мне будет смотреть непросто. Она умная, красивая, но несчастная. Ну, допустим, с первыми двумя доводами я согласен. Но почему ты решила, что она несчастная? По ее взгляду. Она смеется, а глаза грустные-грустные. Спасибо, что посоветовал мне именно маленького принца. Хотел бы я знать, зачем звезды светятся. Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый вновь мог отыскать свою. Красивые слова, скажи. Ты обязательно ее найдешь. Или она тебе. Папочка, я очень-очень этого хочу. Как тебя зовут? Добрая душа. Мария. А вас? Неважно.
нами, Борька, наконец-то. О, Тамара Тимуровна, добрый вечер. Привет, не ори. Только заснула. Плакала, что родителей нет, я еле успокоила. А Машка-то где? Машка? Как где? Уже часа три как в аэропорт умотала. Позвонила днем. Сказала, что срочно нужно. Пойдем. Я хачапури сделала. Я сначала думала, что в Америку к этой чертлашке. Оказалось, в столицу. Красота, давай перекусим. А то у вас в холодильнике черти что. Прозрачный суп и сосиски. Так куда Машка улетела? А? Чего молчишь? Боря! Подожди. У нее что? Кто-то завелся? Тебе бы пару раз стукнуть ее хорошенько от души. Сразу мозги на место встанут. Поживем, увидим. Мэми, на спине я гугу. Раниса-са. Нашли баран. Дарья, совершенно деда муки. Абоненты трое битми удомелия. Ктхоут сцяда твогу ядебет. Абонент временно не в сети. Перезвоните, пожалуйста. Алло. Гей, привет, не разбудил? Привет, полуночник. Есть немного. Ну, говори. Слушай, мне нужен твой совет. Даже скорее помощи. Ну... Тогда давай завтра не в управление. Матвей не принимает? Да. Ну, давай. Вижу, ты давно не был на свидании, опоздание 30 минут. Здравствуй, брат. Да я вообще никогда не был на свидании. Эти вечные сборы, а потом окольцевали и все. Оказывается, как приятно обнимать майора. Ну, хоть ты не подкалывай. В управлении 2 месяца уже успокоиться не могут. Я на этих выставлениях разорился. Да, жаль, тети Нани нет. Так бы собрала бы всех в доме, накормила бы своими коронными хачапури и хинкали. И было бы всем счастье. Да, мама была мастерица. Сколько ее уже нет? 2 года? Да. Скотская-то онкология никого не щадит. Ну, ладно. Давай выкладывай, что у тебя там забрал. Алка прилетала. Правда, я ее не видел, она без предупреждения. Мы в этот момент с Иришкой Ушмакова на даче были. Да? Славно. Жаль, что не увиделись. Жаль? Тебе действительно жаль, что она начхала на тебя? То, что она умчалась с первым встречным в день вашей свадьбы? При чем тут это? Да при том, сколько твоя мать пролила слез, видя, как ты тихо сходишь с ума, бросаясь под пули и ножи. Не мели ерунды. А то, что ты до сих пор один, тоже ерунда? Или ты так горишь на работе, что тебе просто некогда? Скажи, неужели она не могла за все эти 7 лет просто позвонить и сказать: «Гия, прости, я свинья». Что у тебя случилось? Пожалуйста, ваш заказ. Спасибо. Машка улетела, черт знает куда. Но если до этого я знал все, то теперь она начала врать. Вчера сказала, что вечером обо всем поговорим. Но когда я приехал домой, застал только няню. И на вопрос, а где Маша, Тамара на меня так удивленно посмотрела и сказала, она уже как 3 часа назад умчала в аэропорт. Набирал ее? Конечно. Поставил даже на автодозвон. Со вчерашнего вечера вне зоны. Думаешь, к нему? Я не думаю.
Я просто ненавижу. О, старичок, это плохо. Ты становишься похожим на этого урода. Но она же любит его. Такого. Теперь я понимаю, что хорошо. Это не для Маши. Тогда зачем тебе знать, где она? Да. Так. Да. Значит, моя задача состоит в том, чтобы выяснить, куда были куплены билеты гражданкой Зарубиной Марии Дмитриевны. И находилась ли она на борту самолета, отправленного по назначению. Я правильно понимаю?